вызове неадекватный мужчина, который не хотел. Я везла сына его в больницу. Он не хотел, не понял, что мы поедем в больницу. Он был в алкогольном опьянении. И когда он, мы с ним не разговаривали, когда он появился, мы уже с ребенком одевались в больницу. Мама одевалась, ребенок одевался. И он закричал, что он против, и ударил меня по голове. Когда человек боится, что у него что-то случилось, да, что-то действительно страшное случилось, он начинает, многие, очень многие становятся агрессивными. Просто потому, что человек боится.